категории «Обогащенные продукты питания». Эта компания производит инновационные продукты. Нации заслужили право нести факел зимнее проведение Всемирной зимней универсиады. 64 дня. Города. Сегодня у нас вместе с вами есть уникальная возможность прикоснуться к такому в данном мероприятии. И я думаю, мы вместе будем болеть за наших. Они, несомненно, победят. Я поздравляю. Был огонь универсиады. Этот день действительно войдет в историю универсиады и в историю нашего. Предоставляется Сергею Аль. На тот праздник вот мне не верилось, что нечто похожее, такое же волнительное, большое, может происходить здесь, у нас, и в Красноярске, в Красноярском крае, в Назарово. Техникума. Активисту мероприятий в сфере спорта дня зимней универсиады 2019 проходит по главной по огня. Поздравствует Всемирная зимняя гонка. Александр России управление внутренних дел. Сиада стартовала 20 сентября 2018 года в Турине и завершится 1 марта 2019 года в Калужем по 30 городам России. Вы в чада. Орешка, подполковник юстиции. Евгений Орешка. Волейболом. Какинин отмечен благодарственными письмами и благодарностью совестное исполнение служебных обязанностей. Евгений Орешкин награжден дипломом второй степени в номинации «Огневая». Евгений Орешкин. Не помешали Сергею вырасти успешным и увлеченным. В конкурсе профессионального мастерства Сергей занял первое место в номинации «Официант среди начального профессионального Саярского края». Сергей принимал участие в качестве волонтера на зимнике, а также медалью рубы соревнований по легкой аэробике. Года рабочий поселок Назарово получил. Да здравствует 29-й зимний уник. Аур возглавляет попечительский совет, назначен для популяризации спорта. Да здравствует воспитанник со школы Олимпийского резерва Назарова, город культурных традиций. Зимняя универсиада 2019 года проходит 20 сентября 2018 года. Зимней универсиады Денису Бранчукову. По специальности юрист преподавателя с красным дипломом. Помашите, помашите в камеру. Помашите, помашите. Есть крытый каток, мини-футбольное поле с покрытием. Средняя школа на 800 мест одна из лучших. Она... Просто в сторону, Миша. 29-й Всемирной зимней универсиады. Участие в соревнованиях различного уровня. Дмитрий Осипов, 17-го года в Сочи. Форма факела универсиады символизирует образ ветра, несущего огонь в Сочи.
во всем мире. Огонь учителя универсиады символизирует единство и дружбу. Школьные годы Оксана Киричук. В маршрут эстафеты огня. Юлия любит не покататься на коньках и горных лыжах. Да здравствует директор школы номер 14 города Назарово. Почетный работник общего образования. Является призером проявить интерактивность. Огне эстафеты 29-х. Владимир Федорович Свецы! Теперь, значит, здесь мы лучше сделаем.